Всем привет! Сегодня у меня будет экспериментальное видео. Был на море и насобирал много вот таких морских мидий. Их повыбрасывало штормом, и решил попробовать на речке, что вообще клюнет на них. Все, сейчас я их начищу, и чтобы для чистоты эксперимента, вообще может рыбка подойдет, я еще их много начищу, сейчас покажу вам сколько я насобирал, начищу, добавлю в прикормочку. У меня осталась прикормка с мотылем, и добавлю просто туда еще вот этих мидий, нарежу их хорошо, и на крючок тоже наживлю мидию. Вот такие вот у меня мидии. У меня тут килограмма полтора. Все, перечищаем их, отправляемся на речку и посмотрим, что из этого выйдет. Вот совсем немного у меня получилось тех мидий. Сейчас, чтобы они стали немного жестче, где-то столовую ложку соли надо добавить. Вот мы переместились на реку. Поставил я мидию. Мидия черноморская. После шторма собирал. Набил кормушечку каши обычной, покупной. Буду проверять сейчас. И вот на мидию первый результат. Ух, какая хорошенькая плотва. На мидию и такие. На реке тоже ловят. Смотрите, какая. Сантиметров 20 дней. На мидию что-то взяло. Ах, мелочь. Вот мидия и вот такая вот. Это хорошо сопротивляется. Вот такой вот у нас сегодня интересный эксперимент был. Кому понравилось, оценивайте. И пишите, что интересно было вам было протестировать, чтобы я протестировал там на реке или на море. Кому понравилось, подписывайтесь. До новых встреч, пока.